Уникальная площадка для реализации потенциала волонтеров. Совсем скоро в Карачаево-Черкесии откроется первый ресурсный центр. На данный момент ремонтные работы завершены. Устанавливается необходимое оборудование. О задачах и функциях ресурсного центра расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Ресурсный центр для волонтеров позволит повысить качество работы по развитию добровольчества в регионе. Совсем скоро завершится ремонт помещения, и в комфортных условиях можно будет эффективно трудиться во благо добрых дел. Как отмечают представители Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии, данная площадка позволит улучшить навыки общественной деятельности и сформировать новые направления волонтерства. Следует обратить внимание на то, что в настоящее время ведутся активные ремонтные работы помещения общей площадью более 150 квадратных метров, в котором будут размещены кабинеты, инфраструктурная составляющая для ресурсных добровольческих организаций, региональных, федеральных штабов Карачаево-Черкесской республики, реализующих свою деятельность на территории Карачаева-Черкесии, федеральных штабов федеральных акций волонтерской добровольческой направленности. Ресурсный центр даст возможность повысить уровень компетенции волонтеров и сформировать эффективные механизмы поддержки, мотивации добровольческого движения. Помимо этого, очень важно отметить, что особый фокус будет сделан на то, как мы будем взаимодействовать с лидерами волонтерских организаций, общественных объединений и тому подобное. Потому что огромное значение в развитии Института добровольчества в республике связано именно с ними. Ведь это они будут примерами для подражания с одной стороны, а с другой стороны руководящими началами, которые будут максимально способствовать вовлечению в орбиту своей деятельности большого количества людей. Нам приятно, что мы сможем теперь реализовать множество новых идей и получить необходимые знания, отмечают представители волонтерского движения. Так как на сегодняшний день добровольчество позволяет формировать нравственные ценности и способы раскрытия активной гражданской позиции в решении социальных проблем. Для меня открытие волонтерского центра – это очень большая задача на территории Карачаево-Черкесской республики, потому что здесь происходит возникновение волонтерского движения именно по части того, что многие волонтеры могут быть задействованы на мероприятиях. Такого не было еще на территории Карачаево-Черкесской республики. Это один из важных моментов, стоит учитывать, потому что даже при проведении мероприятий это очень важная задача и большая надежда для того, чтобы многие ребята и девушки могли себя задействовать на такой основе. Совсем скоро первый ресурсный центр распахнет свои двери для многих добровольцев республики. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.